Первые занятия для слушателей кафедры общей хирургии Гродненского государственного медицинского университета начались 14 октября. За две недели 8 врачей-хирургов из Бреста, Барановичей и Ляховичей прослушают курс лекций и обменяются опытом научной деятельности. И, что самое главное, почерпнут много нового из практических занятий. Если вчера хирурги Брестской области для того, чтобы повысить свою квалификацию, вынуждены были ездить на двухнедельные циклы в Минск, Витебск, Гродно, то с сегодняшнего дня такая возможность для хирургов не только Брестской области, но и хирургов в Беларуси есть в Брестской областной больнице. С сегодняшнего дня и в дальнейшем в Брестской областной больнице для хирургов Брестской области будут проводиться циклы усовершенствования, где они смогут рассмотреть актуальные вопросы хирургии, лечения пациентов, усовершенствовать свои навыки в этой важной отрасли. Дело в том, что, к сожалению, в нашей республике не так много курсов, которые посвящены именно торакальной хирургии. И проблемам гнойных, либо другой патологии легких и тем органам, которые располагаются в грудной клетке. Поэтому, естественно, я не упустил такую возможность для того, чтобы узнать что-то новое, что-то, может быть, рассказать, что-то почерпнуть. Это отличная возможность для того, чтобы совершенствоваться. Как признается главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, идея создания кафедры общей хирургии зародилась давно. Однако для ее осуществления требовалось время и решение многих вопросов. Для того, чтобы открыть филиал кафедры, надо было созреть нам изнутри. Самое главное, надо было найти и подготовить кадры. И после того, как мы поняли, что у нас есть сотрудники, которые могут стать преподавателями, когда у нас появились люди, которые защитили диссертации, кандидатские, докторские, мы решили, что мы готовы к тому, чтобы преподавать. И то, что мы умеем, то, что мы делаем, то, что у нас хорошо получается, распространить на Брестскую область и на Беларусь. Кстати, хирургическое направление тоже было выбрано не случайно. Энтузиасты, которые захотели заниматься научно-исследовательской деятельностью, это как раз врачи-хирурги областной больницы. То, чем занимаемся мы в больнице, а это заболевание пищевода, это заболевание поджелудочной железы, это заболевание сосудов, это трансплантология, это хирургические специальности, естественно, и поэтому энтузиасты появились именно там. На сегодняшний день в Брестской областной больнице трудятся 2 доктора и 3 кандидата медицинских наук. Они будут делиться своим опытом со всеми практикующими хирургами не только области, но и страны. Новый набор на занятия по повышению квалификации состоится уже в следующем году. Быть может, к тому времени областная больница уже получит новый статус – клинической. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания БукТВ.